Что вы делаете первым делом с утра? Телефон. Делайте одну вещь. Просыпайтесь утром и улыбайтесь. Кому? Никому. Улыбка — это не про кого-то. Улыбка появляется, когда вы чувствуете себя определенным образом, не так ли? Да или нет? Если только вы не пиарщик, обученный каким-то трюком. Обычно улыбка появляется, когда случается что-то внутри вас, а не потому, что кто-то стоит перед вами, не так ли? Поэтому первым делом с утра улыбайтесь. Это займет 20 секунд. Хорошо? Если рядом с вами никого нет и некому улыбаться, тогда просто улыбайтесь.